высказываю свое частное предположение, что будет, если в России будет запрещена пропаганда Child Free. Будет запрещена символика Child Free и слово Child Free. И демонстрация Child Free. То есть будет запрещен бездетный положительный персонаж. Таким образом, такая футболка нельзя. Такая футболка тоже нельзя. На ней изображены Петр и Феврония, святые покровители православного супружества, но они бездетные, стало быть, Child Free, значит, нельзя. А вот такая футболка можно и нужно. Прикол в том, что моя мама уже точно аборт не сделает. Child Free будет носить ее из иронии. Придется запретить некоторые иконы. Child Free – это те, кто свободны от детей, то есть замечательно чувствует себя, будучи бездетными. А есть еще Child Less – те, кто бездетный, но хотят детей. А еще есть Child Hate – те, кто просто не любит детей. Child Free запретить хотят, а Child Hate и Child Less запрещать не будут. Поэтому можно быть «я же мамкой, которая не справляется с ребенком», и можно быть Child Hate-ом, который будет орать: «выкиньте из маршрутки эту «я же мамку» с плачущим ребенком». Ну а бездетному человеку надо будет говорить не «я не хочу детей», а надо будет говорить «я наоборот хочу детей, молюсь Богу о том, чтобы даровал мне ребенка, а я вот его буду кормить одной гречкой, я его буду пороть розгами, и вообще я его так буду традиционно воспитывать, что он у меня святым станет. Но Бог мне не дает. К счастью для этого ребенка. А сказать, что я не хочу детей, нельзя. Это Child Free. Запрет Child Free добавит в наше общество больше лжи, лицемерия и ненависти.